Пришел в магазин на улице Карбышева, схватил бутылку крепкого спиртного и убежал, так и не заплатив. Подозреваемого в этом 30-летнего мужчину задержали, но похищенного при нем уже не было. Спиртное он успел выпить. Нафиса Минязова о возможной альтернативной расплате за напиток. Мужчина украл бутылку водки прямо из этого магазина по улице Карбышева. Однако его желание бесплатно выпить закончилось весьма неудачно. Схватив спиртное, он поспешил скорее удалиться из магазина, выбежал за дверь. Охранник побежал за ним, пытался остановить похитителя, но не смог, не догнал. Сотрудник магазина говорит, бежал мужчина настолько быстро, что у него лишь пятки сверкали. Работники торговой точки позвонили в полицию и передали приметы сбежавшего, после чего его и украденную бутылку обнаружили инспекторы ГИБДД на улице Камая. 30-летнего мужчину, уже успевшего распить похищенное, задержали и увезли в отдел полиции. Во дворе остались его собутыльники. А эту водку он сюда потом принес, да, или как? Да, мы не видели. Однако признаваться, что выпивали с ним украденный алкоголь, они не стали. Также отметили, что раньше он не воровал, а в этот раз, говорят, подтолкнули на нарушение закона семейные обстоятельства. Если в отношении подозреваемого возбудят уголовное дело по статье «грабеж», чем и является открытое хищение чужого имущества, то ему будет грозить наказание вплоть до 4 лет реального лишения свободы. Нафиса Минязова, Константин Бушуев, «Вызов 112».